Поиски пропавшей в Чонтауле девочки прекращены. Шестилетняя Айзанат Акбулатова найдена мертвой в реке Малый Сулак. Тело обнаружили сотрудники МЧС. Напомню, ребенок пропал днем 6 сентября. Девочка вышла из дома и больше не вернулась. Ее искали в течение нескольких дней. По предварительным данным, она утонула, упав в реку. Следов насильственной смерти обнаружено не было. И, как сообщают следственные органы, в этот же день нашли тело другой девочки уже в Каспийске. Личность ребенка пока только устанавливается.